Да, всем привет. Да, привет. Угадайте, где я? Как только я получу права, об этом все узнаю. Не надо меня каждый раз спрашивать. Да, в такси, в пробке. Скажи, сколько тебе стоит реклама? По вопросам рекламы пишите мне в личку, не здесь. Какой цвет волос? Ну, темно-русый вообще считается. Еду по магазинам. Я поняла, что я уже 200 лет себе ничем не баловала. Чему молчишь в основном? Наоборот, я в основном всегда говорю. Почему линзы не носишь сейчас? Почему не ношу-то я в линзах? Какая порода в Москве? В смысле, погода? Блин, я, кстати, сегодня видела прогноз погоды, и там сказано то, что в Сочи уже плюс 22. Поверните налево. Сегодня, кстати, солнышко было. Мне вообще это поднимает настроение так. Так что я думаю, может рвануть там к подруге, погостить на пару дней в Сочи. Так, не успела. Рвануть на какие деньги? Подождите, сейчас я просто пытаюсь выловить. Ты всегда недовольна так выглядишь. Нет, у меня что-то настроение нет. Ну, как такое? Не знаю, я спрашиваю меня про Руню. Кого выловить? Тебя, тупая пизда. Я животное. А Бур с Киушкиной? А Киушкина с Бурхановым помирились? Вот я еду, никого не трогаю. Конечно же, я вот сейчас начну вот прям просто, я не знаю, уже даже писать начинаю. Возможно ли то, что ты добавишь ВК? Я в ВКонтакте практически ни с кем не общаюсь, и только по рекламе. ВКонтакте я никого не добавляю, и вообще, если честно, я вообще удалилась с контакта. Просто такой ресурс тоже. Где ты училась? Я по-прежнему учусь. Училась в школе, училась в педе, учусь на юрфаке. Через 250 метров съезд. Поверните налево. Ты где-то училась, когда нам два. Привет, Камила. Что для тебя самое главное в жизни? На панели. Ахахах. Ну, Шмаролина, я тебя все равно заблокирую сегодня. Не думаю, что я не смотрю на экран. Сколько тебе лет? Мне двадцатка. Стукнуло 10 дней назад. Никого в Питере училась. Учитель младший класс. Я это сделала. Ты откуда? Я из дома. Я вот занималась. На вождение ездила сегодня. Да, с ним.
еду мимо кладбища.